Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья. Вот вышла по делам, хотела спуститься к морю, но не тут-то было, даже вот Приморский парк, он закрыт. Я как лазутчик пролезла, иду, любуюсь, я одна, вы представляете? Громадный Приморский парк, и я одна, по крайней мере, пока никого не встретила. Конечно, сейчас меня патрули встретят и выпроводят, но я этого не буду дожидаться. Но пока хочу показать вам, как выглядят в начале лета наши парки. В частности, это Приморский парк. От него есть спуски к морю. Они, к сожалению, тоже закрыты. Надеюсь, что 15 июня уже можно будет хотя бы гулять вот здесь, в этой красоте. Мне кажется, самое безопасное сейчас место. Даже на воздухе не рекомендуется одевать маски. Почему нельзя гулять на таком громадном парке? Да, понятно, будут собираться компаниями, сидеть на скамейках. Ну, наверное, вот только вот такое оправдание поведению людей, наверное, вынуждает закрывать парки. Но я верю, что совсем-совсем чуть-чуть, и мы сможем гулять. А, вот еще два нарушителя порядка. Вот посмотрите, вдалеке море. Одни голуби летают. Столько красоты, такой свежий воздух. Ну вот, видите, буквально рукой подать до моря. Но мне непозволительно туда спуститься и снять. Вот видите, летает дрон, и поймали нарушителей. Надо уходить. А эти чудные розы я встретила в самом обычном дворе. Можно даже сказать, совсем неблагоустроенном. Но весь засаженный прекрасными цветами. Видно, здесь живут неравнодушные не только к розам, но и другим цветам жители. Конечно, полюбовалась. Посмотрите, какие чудные розы в этом дворе. Так что не только в парке можно любоваться. И вот в обычных дворах я даже сфоткала вот этот сорт роз. Но впервые я вижу такую красоту. Посмотрите, весь двор чьими-то заботливыми руками облагорожен вот такими красивыми цветами. Даже встретила вот такую какую-то салатовую розу, как будто точеной капусты. И вот эти необычные розы тоже я много встречаю в этом году. Ну а теперь я решила отправиться в садовый центр «Долина роз», посмотреть, что же там есть. Вот, посмотрите, чем не парк. Парки закрыты, а садовые центры у нас открыты. Пойду посмотрю, что тут есть. Давно не было новых завозов орхидей, а на старые, оставшиеся после 8 марта, смотреть мне не очень приятно. Да, вот вижу немножко на полу орхидеи. Кстати, название вот на этой орхидее я увидела — Жулион. Знаете, по-моему, я покупала такую и все гадала, как она называется. Розовый дракон или что-то другое. Возможно, это и была вот эта орхидея Джулион. Кстати, мне и подсказали в одном из комментариев, я прочитала, что, возможно, вот такое название у моей орхидеи. Выбор небольшой. Я смотрю, оптовики уже растаскивают орхидеи по углам. Возможно, уже интересное я и пропустила. Вот встречаются в основном вот эти Джулион, вот эти венозная розовая, ярко такая еще есть розовая, и вот такие бледные, бледно-бледно-розовые, нежные орхидеи, очень крупные. Цены в основном вот 720 рублей. Вот это тоже красавица нежная, тоже стоит 720 рублей. Но, знаете, небольшие завозы меня сейчас радуют больше, потому что они все быстро раскупаются, и у них есть шанс выжить и попасть в заботливые руки. Вот это немножко похоже на Палермо, совсем немножко. Возможно, это другая орхидея, тоже стоит 720 рублей. Кто любит нежные розовые, надо поспешить, их не так уж и много. А вот чего много, это вот эта желтая красавица пульсация. Но она уже стоит немножко больше 1000 рублей. Встречаются и с двумя цветоносами, в основном и с одним, но больше всего с двумя.
Свежие кустики очень даже хорошие. Я приобрела себе пульсацию по оценке, и вот сейчас ее выхаживаю. Посмотрите, корневая, тоже все с ними хорошо. И много корней, не залиты, все свежие. Вот можно смело покупать. И еще я вижу вот такую клумбочку из мелких таких цветковых мультиколоры. Пышные мелкие орхидеи. Они все по 600 рублей. Снимать орхидеи, которые стоят на полу, ну очень удобно. Надо заглядывать или сверху, или вытаскивать и фотографировать эту орхидею на весу. Ну я вот смотрю, что меня привлекет, ту орхидею и вытащу. Вот, больше всего мне понравилась вот эта белая мультифлора. Вообще, эти орхидеи мультифлоры, они всегда очень имеют интересную расцветку у цветочков. Яркие, такие необычные. Вот посмотрите на эту красавицу с такой румяной губой и с конопушками веселыми такими на нижних лепестках. Прям я любуюсь на эту орхидею и предвкушаю. У меня сейчас одна типа такой орхидеи должна распуститься. Ну, мне кажется, она немножко проще. Но тоже белая и с какой-то цветной губой. Я сегодня не собиралась делать покупки. Просто зашла. Хочется увидеть что-то свеженькое. Вот эта орхидея мне напомнила формой лепесткой муколу. Если потемнее. Есть и вот такая яркая, прям неоновая окраска. Вот этот сорт, он очень долго цветет, так как все мультифлоры, они постоянно наращивают свои цветоносы и образуют все новые и новые бутоны. Вот она, эта красавица, на которую я положила глаз, но домой забрать я ее не решила. 600 рублей, посмотрите на эту красотку. Пульсации очень много и завозят очень часто сейчас. Значит, есть спрос. Опять я вернулась полюбоваться вот на эту яркую орхидею и на эту. Ну, прям бабочка. Такая красивая. Вот она, или звезда, я даже не знаю, что мне напоминает по красоте вот этот цветок. Веселая клумба. Вот я еще решила поднять и показать вам поближе. Смотрите, какая расцветка. А эта группа орхидей уже куплена, я просто подошла посмотреть, может здесь что-то есть новенькое. Здесь вот добавлена белая орхидея. Кстати, белых в этом завозе орхидей очень мало. Вот, буквально выбранные два кустика. И вот еще я вижу очень такую крупноцветковую белую орхидею, сантиметров 10, не меньше. Джулион все берут, пульсацию. Ну, очень даже хорошо, что в этот раз орхидей не очень много. По крайней мере, они все попадут к своим новым хозяевам. Новые орхидеи сидят на стойке. Посмотрите на них. Как им хорошо, когда нет цветочков. Им воля. Да, Рикусь? Никто их не ругает, чтобы цветочки не грызли. Да, принц? Теперь ты главный по стойке, да? Сидят и в окошко смотрят. Хорошо летом, принц, да? И Рики, конечно, рядышком всегда. Любимый пост. То Рики сидит там, то принц и смотрит в окно. Интересно, Рики, что там за окном? Тебе тоже нравится? Что там за окном? Тебя зовут, да? На разборке зовут?
Ой, как интересно, да, принц? Что там? Принц изучает вид из окна. Интересно там, да, принц? Тебя не пускают гулять на улицу. Ты бы, наверное, с удовольствием полетал бы. Что там птицы тебе говорят? Зовут тебя? Целый день прислушивается к трелям, птиц-трелям, крикам ворон. Рекусь, а Рекусь я просто за компанию рядышком. Что они говорят, принц? Ты их понимаешь? Ты им отвечаешь? Бегом, 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 ребята. Клетку, клетку, быстро. Вики, давай, давай, быстро в клетку. Он же не пойдет первый. Давай, Вики, давай, давай, давай. Бегом, бегом, Вики. Давай, бегом, бегом, бегом. Молодец, умничка, умничка, Рекуся. Давай, принц, ты тоже. Давай, давай, бегом. Давай, Рекусь, иди. Давай, принц, бегом, 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 ты тоже. Давай, 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 бегом. Я кому сказала? Быстренько. Давайте, давайте, давайте в клеточку. Принц, я сказала в клеточку. Быстро. Давай, 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 тебя тоже подтолкнуть надо. Молодцы, умницы. Видите, какие вы хорошие ребята.